Так, ну что, короче, всем салют. С вами Виксен. Накануне Нового года гуляю в парке Горького, а именно возле центра. Короче, хотел показать просто, думал, что грех не показать. Вот такой туннельчик в форме елки. Сейчас ближе подойдем, посмотрим. Такая еще музыка на фоне. Офигенная. Или не очень. А это, короче, тема еще такая, цвета меняет. Здесь, короче, вот уже такая фотосессия, все дела, вот такой вход. Это было что-то. Здесь, короче, не знаю, за счет чего оно светит. Короче, такая хренотень. Если я в упор посмотреть, то ничего особого. Если посмотреть издалека, то смотрится звезда-то. Еще получается, оно свет меняет плавно. Так что издалека особенно самое то. А еще там, если моросит дождь, можно спрятаться под дождем. Вот так вот.